Всем привет! Мы сегодня с Кэтрин заехали в магазин Target и купили всяких разных игрушек на нашу елку. То есть мы каждый год заходим и покупаем что-то новенькое, ну понемножку, не то, что там целые пакеты мы набираем. Так. Can I please stop this time first, please? То есть мы заходим, берем, допустим, в этом году я 5 игрушек взяла, в следующем году там 3 игрушки. То есть нет такого, что я прихожу и набираю пакетами игрушки. В общем, сейчас я покажу, что мы купили. Так, вот Кэтрин хочет показать, что она купила. Вот такую штуку она себе купила. Окей, это стекло. Сейчас покажем вам. Потом Кэтрин купила, что здесь. Вот такой ящик себе она купила для того, чтобы ее слайм туда засовывать. Слайм? У нее слайма очень много. Don't be so close, please. Слайма очень много, поэтому ей нужно что-нибудь вложить ее слайм. Вот такой ящик мы ей купили, смотрите. Это вообще для клозета, но мы, она будет свой слайм. Окей, move now. Сейчас показываем, что мы купили. Так, Кэтрин купила себе вот такую зубную пасту, зубной щеткой. Minions, конечно же. Окей, go. Не только мои игрушки купили. Потом дальше мы купили. Кэтрин купила себе вот такую же игрушку, вторую, две она их себе купила, они там по $3 что ли были. Не знаю, зачем ей нужны эти игрушки, но и нужно. Потом Кэтрин взяла себе Гарри Поттера какую-то штуку. Вот. А сейчас мы покажем вам, какие новогодние игрушки здесь мы купили. Еще вот это. Такие в виде животных, такие прикольненькие, они нам почему-то так понравились, и мы их решили взять. Стоят они $3, вот такая игрушка. Это слон, жираф. И медведь вот такой... Медведь! $4 за вот такого медвежонка. А потом мы взяли с Кэтрин... Вот такого... Что это такое? Какая-то птичка в одежде. Для Кэтрин, для комнат. $5 стоит тоже как для декорации. Вот. Так, дальше, что мы еще здесь взяли? Взяли вот такую мишуру, потому что она у нас мишуру мы давно не покупали, она у нас такая есть, но она порвалась, поэтому мы взяли еще. В общем, мы не только игрушки взяли, сейчас покажем, все мы взяли. Кэтрин носки мы взяли в школу ходить. Мне носки взяли, чтобы в зал ходить. Зубную пасту взяли, потому что она у нас неожиданно закончилась. Дальше мы взяли вот такую елочку маленькую, в комнате ее поставить. Она светится, в общем, типа батарейка. Потом Кэтрин себе взяла вот такую штуку. Это что-то типа кубика Рубика, но круглая. Непонятно. Крем для бритья, но это не крем. Для бритья это Кэтрин у нас будет слайм делать свой. И вот я взяла себе свои любимые снеки. Это вот этот сивит, который я постоянно беру. Взяла себе 3 пачки вот такого сивита. Вот. И нашла хлебцы. Такие хлебцы я еще не пробовала. Мультигрейн и whole wheat. Вот такие хлебцы, $2 каждая упаковка. Кстати, я себе взяла всего 50 калорий в одном хлебце. Взялась я попробовать. Вот так вот мы заехали в магазин. Знаете, сколько я стратила? Кэтрин хочет вам показать, что для Крисмаса у меня такая коробка. Так, 128 $32 на все вот эти штуки пестратить. Сейчас вам покажу еще. Мы заехали Чипотле. Чипотле, это у нас такой местный, скажем так, мексиканский ресторанчик. Взяли нам обед. Я взяла себе вот такую порцию. Там темный. Маша, если ты нас смотришь, Кэтрин говорит тебе спасибо за твою игрушку. Шоу дол. Сейчас я вам покажу, что я себе в Чипотле сегодня взяла. Темный рис, двойная порция курочки и немножко гуакамоле. Вот так вот выглядит мой обед. Гуакамоле я все это есть не буду. Немножко. Они просто навалили автоматически, но это я все съесть не буду. А вот кукла, которую Кэтрин прислала, Isabel. Маша. Isabel. На день рождения, Изабел. Кэтрин ей еще раз спасибо говорит. А Кэтрин мы взяли буррито, это, в общем, такая лепешка, и там в нем бобы, немножко белого риса, и что еще? Мясо, стейк. И все, что мы взяли для Кэтрин.
А вот эти игрушки мне вообще так нравятся, такие классные. Смотрите. Такие они, тряпочные. И вот этот медвежонок мне очень нравится, такой красивенький, блестященький. Вот так вот.